медведи играют в полном составе. Сегодня две шайбы, какая тебе больше понравилась? Обе такие классные, игроцкие были. Первая или вторая? Вторая, конечно, первая там чисто такая рабочая, вторая чисто бросил в дальний угол. Там, ну, не повезло, там чисто не наработал, что ли, я не знаю, на тренировках. Ты сегодня получил звание лучшего игрока матча, согласен с этим или кому-нибудь другому бы отдал этот приз? Я не знаю, ну, в принципе, да, есть ребята, которые получше меня сыграли. Артем Севенькаев был 3 передачи, хорошо, здорово сыграл. Вчера сыграли мы все-таки строго в обороне, пропустили один гол. То сегодня было, наверное, такое не то, что недооценка соперника, а какое-то шапкозакидательство было по началу игры. Сразу получили 3 удаления. И из-за этого создали себе определенные сложности, трудности, но в итоге с которыми все-таки справились.